Если вы не знаете, как организовать свой досуг, запишитесь, например, на танцы. Или посмотрите, как это делают в профи. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Сегодня наряду с классическими направлениями эпатаж и новаторство в танце занимают по справедливости почетное место. Движение тела и движение в абсолютно новом направлении привлекают внимание и гарантированный успех. Коллектив был создан в 2008 году. На тот момент мы ставили перед собой задачу сделать нечто среднее между клубным танцем и танцем, который можно преподносить на больших сценах. Наш стиль можно характеризовать radical fashion, потому что мы стараемся делать нечто оригинальное, независимо ни от кого и не отталкиваясь ни от чего. Успех и секрет танцевального проекта Radical Fashion заключается в особых его стилистических правилах исполнения, которые остаются неизменными и совершенно секретными. Radical Fashion – это новое направление в танце, по крайней мере, внутри нашего коллектива. Мы не стремимся его популяризировать, но создаем свою оригинальную стилистику. Мы стараемся сделать так, чтобы закрепилось понимание хореографии, стиля хореографии как radical fashion. Да? То есть действительно не берем элементы, мы создаем свои новые движения, стараемся это делать, по крайней мере. И я надеюсь, что у нас получается. Высокие требования к составу танцевального коллектива дают возможность уверенно заявить, что в Radical Fashion все девушки как на подбор, но не исключает яркой индивидуальности и харизмы каждой из участниц. Критериев на самом деле масса, и обязательно совокупность этих критериев, то есть это должен быть рост. Девочки у нас все высокие, не ниже 174. Это внешность, естественно, это хореографические данные очень высокие, так как стилистика танца достаточно сложная. Особые теплые отношения внутри танцевальной группы Radical Fashion создают исключительную, приятную для совместного творчества атмосферу. Забота и любовь к своему танцующему ребенку Татьяна, руководитель и главный хореограф проекта, демонстрирует без сомнений и стеснений. Мой коллектив и мои девочки – это мой воздух. Я без этого не могу, это мне необходимо. И действительно так случилось, что человеческие качества совпали настолько, что мы просто едины, да, и мне бы хотелось, чтобы это единство, оно оставалось и дальше шло как можно дальше. Radical Fashion. Специально для СВМ. Алиса Дударева, Илья Максимов. Утро. Студия хорошего настроения.